Совсем скоро на телеканале «Домашний» состоится премьера сериала «Любовь на краю света». По сюжету. В свои 25 лет Яна Двинская занимает должность директора департамента ювелирной компании «Бриллиантовые слезы». Следующая ее цель – пост вице-президента фирмы. Чтобы получить желанное место, Яна должна убедить руководство Северного алмазного завода «Ярский путь» продать пакет акций. Сделать это можно только лично, ведь директор завода Варвара Базаровна – человек старой закалки. Яна отправляется на месяц в Ярск, оставив северную столицу и жениха. Там она знакомится с Артуром. Молодые люди влюбляются, но слишком много препятствий. На их пути бывшая жена, которая хочет вернуться к Артуру. Жених Яны Борис, который влияет на ее деловую жизнь. Мать Артура и практически весь коллектив Ярского пути, которым не нужны ни инновации, ни перемены, тем более с подачи молоденькой приезжей выскочки. Главные роли в картине исполнили Кристина Вайнос, Ян Ильвис, Хельга Филиппова, Игорь Климов, Кирилл Бухтияров, Ангелина Столярова и другие. Премьера сериала «Любовь на краю света» состоится уже в этом году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.